США полицейский снайпер случайно уронил свою винтовку с крыши прямо в толпу во время парада. Никто не пострадал, а снайпер уверяет, что во всем виноват ветер. This is something that doesn't happen, can't happen, doesn't, you know, nor I've never heard of this happening. То, чего не бывает, произошло во время парада в честь Дня Святого Патрика в городе Баффало в штате Нью-Йорк. Полицейский с винтовкой засел на крыше на случай ЧП, но пока праздничное шествие не добралось до него, он решил отойти, оставив оружие на треноге. I have to wait for the internal investigation to play out, but the early reports that I'm being advised on is that, you know, it was, you know, secured on the tripod. You know, with a weighted bag, which is their protocol. Ветер снес винтовку с крыши, и она упала прямо в толпу, чудом никого не задев. А самое интересное, что она там так и лежала еще несколько минут. Прохожие аккуратно ее обходили. При этом американские эксперты уверяют, что ничего страшного, обычный гражданский, если бы даже поднял винтовку, то не понял бы, как из нее стрелять. These weapons are not something like a handgun or something where you could just pick it up and the average person would know how to utilize it. Знаете, что это все мне напоминает? Эпизод из легендарных фильмов «Полицейская академия». Сынок, где ты взял этот пистолет? Мне мама подарила.